Акционерное общество «Медвежья гора» отметило свое 65-летие. Подразделения компании работают в разных муниципалитетах Кубани, Адыгеи и Ростовской области. В Северском районе предприятие базируется за станицей Дербинска Ильского городского поселения и занимается добычей щебня, доломита, песка и известняка. Гостям праздника продемонстрировали новый автопарк, экскаваторы, самосвалы и другая тяжелая техника, ежедневно выезжающая в карьеры. Сегодня предприятие стабильно развивается. Я горжусь тем, что работаю на этом предприятии, которому уже сегодня 65 лет. История нашей страны непростая, так же, как история нашего предприятия. Все было, и взлеты, и падения. Сегодня я счастлива, что мы можем с уверенностью смотреть в будущее. Почетным гостем праздника стал глава района Андрей Дорошевский, высоко оценивший экономическую деятельность компании. Предприятие является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком. Практически все улицы в Северском районе осыпаны щебнем с Медвежьей горы. И это большое достижение на самом деле. Вам еще на 70 лет вперед продлили разрешение на работы. И я уверен в том, что мы с вами добьемся еще больших результатов. Поздравляю вас с праздником! Великолепную концертную программу для работников предприятия и гостей подготовили районные творческие коллективы. Сегодня на Медвежьей горе трудятся более 200 сотрудников. Помнят здесь и тех, кто поднимал предприятие. На празднование юбилея пригласили ветеранов труда, отдавших не один десяток лет тяжелой работе в карьере. Им пожелали долгих лет жизни и благополучия, успешному предприятию дальнейшего развития и процветания на благо жителей Северского района и Краснодарского края.